Молодежному коллективу «Рио Рита» из села Даусо Зеленчукского района исполняется 8 лет. Сейчас артисты готовятся выступить на концерте, посвященном Дню российского флага. Подробности у Али Баташева. Репертуар танцевального коллектива «Рио Рита» разнообразен. В нем есть место как современным танцам и флешмобам, так и традиционным. Иногда танцевальные выступления чередуются выразительным чтением стихотворений. У нас одна семья, и дружба на водах не просто слова. Дружба на водах на все времена. Пусть на нашей планете исчезнет вражда. Пусть мирные звезды над небом горят. И дружба не знает границ и преград. Танец объединяет детей различных национальностей, которые с удовольствием исполняют танцы народов Северного Кавказа. Главные грациозные движения горянок на сцене покорили сердце Алены Гавриленко. Девочка записалась на танцы, с удовольствием посещала занятия и теперь сама участвует в концертах. Мне интересны национальные танцы, у них красивые костюмы, плавные движения, красивый танец. Алане Губаевой недавно исполнилось 19, но она продолжает посещать занятия по танцам в ансамбле и выступать на сцене. Танцую с 0 класса, сейчас мне уже 19 лет. Казачий танец, он быстрый, красочный, поэтому мне нравится. Мне тут нравится танцевать, и тут хорошая учительница по танцам. Я в школе занималась, там они просто танцуют, потом для себя танцуют они там. Потом я сюда пришла, и мне тут очень сильно понравилось. Один из самых ярких номеров коллектива, соединяющий традиции и современность, танец «Калинка». Коллектив «Рио Рита» был основан в 2015 году. С этого времени его бессменным художественным руководителем является Анна Запорожец. Коллектив существует, как я уже говорила, 8 лет, около 8, с 2015 года, как только я сюда пришла работать, в 2015 году в Даусовское сельское поселение директором Дома культуры. И в этот момент я сформировала ансамбль, который тогда состоял из других участников, сейчас эти участники уже выпустились, многие закончили уже институты. Вот. И сейчас мы занимаемся в репертуаре нашего ансамбля в общей сложности, порядка 10 танцев, сейчас некоторые танцы, естественно, в разработке находятся, вот, таких уже более менее отработанных, готовых концертных номеров мы можем показать сейчас на 8 номеров концертную программу. Творческий коллектив «Рио Рита» является лауреатом многих российских и международных конкурсов. Сейчас ребята готовятся выступить в районном концерте, посвященном Дню флага России. Али Баташев, Ольга Савенга, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия, Зеленчукский район.